Североатлантический альянс продолжает настаивать на актуальности снимков со спутника, которые демонстрируют скопление российских войск на границе с Украиной. По данным представителей НАТО, сделаны были фотографии этой весной. В российском же генштабе уверяют, что снимки устарели. Их сделали летом 2013 года, когда в этом регионе проходили военные учения. Ясности до сих пор нет. Так или иначе, в Североатлантическом альянсе сейчас всерьез задумались над тем, что необходимо пересмотреть вопросы обороноспособности НАТО. Некоторые немецкие эксперты считают, что в последнее время блок упустил из виду свои основные задачи. В конце этого года заканчивается миссия в Афганистане. В конце прошлого года впервые за долгое время состоялись крупные учения. Это означает, что маятник после нескольких лет кризисного менеджмента во всем мире качнулся обратно, в сторону собственной безопасности. К проблемам безопасности НАТО нужно подходить как можно серьезнее, считают и в немецком Бундестаге. Однако с дальнейшим расширением альянса на восток, речь идет в первую очередь об Украине, торопиться не стоит. Дискуссии в НАТО вызывает и нынешнее распределение функций. Так, Бундесвер, несмотря на свою немногочисленность, пытался выполнять широкий спектр задач. Но социал-демократы, входящие в правящую коалицию в немецком парламенте, считают, что должно быть четкое распределение обязанностей между партнерами по НАТО. Генсек альянса Расмуссен, в свою очередь, сожалеет, что многие европейские страны слишком быстро разоружились. К примеру, у Бундесвера из 2000 танков осталось лишь 350, а в дальнейшем может стать еще меньше. Во времена Холодной войны половину оборонного бюджета НАТО составляли деньги американцев. Сейчас три четверти. Это наглядно демонстрирует, как распределились расходы в рамках НАТО. А в Европе уже свыклись с тем, что здесь больше нет таких угроз, на которые придется реагировать военным путем. Однако конфликт на Украине заставил многих политиков и генералов НАТО кардинально переосмыслить будущее Североатлантического альянса.